Добрый вечер, Москва! Что говоришь, мальчишка? Да-да-да, наконец-то мы. Друзья! Друзья, сборная Камызякского края по КВНу, город Камызяк. Вы знаете, финал — это самая главная игра сезона для кого-то и всей жизни. Вы знаете, мы уже третий сезон высшей лиги. Мы уже второй раз в финале. Да, и уже не мальчики. Кстати, Дорох, поздравляю тебя еще раз. Спасибо, молодец. Молодец. Ты просто не вовремя все время это говоришь. Да меня распирает просто. Не все. А, понимаю, я помню эти чувства. Друзья, вы знаете, однажды в Камызяке родился маленький старик. Этот маленький старик своими маленькими старыми ножками побежал по дорожке. Вот знаешь, вот смотри, из-за тебя теперь чушь несу. Такой волнительный момент, а ты начинаешь перебивать. Вот что теперь делать? Да ладно, Азамат, что ты переживаешь? Давай просто подойдем к Львовичу и перекалякаем с ним. Не надо, не надо так говорить, не надо! Не называй его так. Ты его Львович можешь называть только в одном случае. Если ты перед словом Львович будешь говорить слово Константин. Константин Львович в итоге должен услышать от тебя. А я думаю, нужно звонить Маслякову. Точно, давай звонить Васильичу. Муха. Константину Васильичу. Ну, что, я звоню? Он тебя не знает. Знает. Алло, Александр Васильевич, здравствуйте. Это вас Денис Дорохов из сборной Камызякского края по КВНу беспокоит. Ага. Да, который сам себе усы рисует. О. Да, маленький такой. Да, лупоглазый, да. Да, сморщенный весь, да. Волосы как мочалка, да. Неприятный, да. Александр Васильевич, ну вы же меня уже узнали. Чего вы просто так обзываетесь? Да шучу, нет у меня его телефона. Просто разыграть хотел. Вот это розыгрыш, подумал Валдис Пельш. Ну что ж. Камызяки, финал 2015! Давай начинать! А ну-ка, кто за Камызяк, взяли руки вверх, подняли! Все, кто с нами! Все, все, кто с нами! Мы будто кузма с годами, только крепче стали! Все, кто с нами! Все, все, кто с нами! О, есть! Здесь нас точно навсегда запомнят! То есть! Мы намерены войти в историю! О, нет! Кто докажет, что это не скромно! Но весь! Только так ты станешь чемпионом! Как я люблю, когда камызяки толпой кайфуют. Давайте начинать уже. Ну что ж, друзья, финал, праздник, случай на кладбище. Извините, опоздал. А кого хороним? Очень хорошего человека, директора департамента семьи, детства и молодежи, культуры, спорта, туризма города Камызяк. Так это же не он. Он просто очень занят сегодня, прислал своего заместителя. Вот. Константин Львович, я, конечно, не стукач, но вы в курсе, что программа «Поле чудес» до сих пор еще идет? Ну так вот, бывают и такие выпуски. Итак, осталось угадать всего одну букву. Приз! Ты что, тупой, что ли? Какой приз? Во-первых, приз надо выбирать, когда выпадает сектор приз на барабане. А у тебя 720 очков. Ну, две шкатулки давай неси тогда. Ты что, ты посмотри на него, ты ненормальный, что ли? Какие две шкатулки? Две шкатулки тоже дается, когда три подряд буквы отгадаешь. А это ребята до тебя отгадали. Ну, пусть красивая тёлка выйдет, откроет эту букву. Все. Надо сначала эту букву назвать, чтобы красивая тёлка вышла, понятно? Х. Буква Х. Х. Тебе задание повторить? Повторить. С каким звуком ломается ветка в сильный мороз? Хрнст! Хрнст! Совершенно верно! Тетелка! Тетелка! Друзья,
Мы несколько раз показывали в КВН номера про камызякские муниципальные объекты, такие как Камызякский суд, Камызякская мэрия, Камызякская больница. И во всех этих учреждениях дела пошли в гору, кроме больницы. И у нас есть последний шанс в ней что-то исправить. Так, у кого есть медицинские полюса? Давайте, все идите отсюда. В смысле? Вот, вот так вот все идите отсюда. Видишь, что захотели, елки-палки? Вы что, хотите, чтобы я в новогоднюю ночь бесплатно принимал, что ли? Идите все домой, все. Чего у нас так жарко, Галина Михайловна? Да я просто рентген прибавил, а то что-то холодно было. Рентген прибавила. Вот ты молодец, смотри. Как здорово, что мы с тобой Новый год вдвоем будем встречать, да? Дежурить здесь вдвоем. Вообще-то втроем. Вообще-то ты тупой, намеков не понимаешь. Сейчас бы сидел бы дома, нормально праздновал Новый год. Какой Новый год у меня дежурство? Че я вас, одних оставлю, что ли? Русик, не смейся, как чайка, это плохая примета. Все, давайте, обход сделаем быстренько. На начало хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Спасибо, спасибо. Да, всех поздравляю, кроме... В смысле? Кто? Кто это? В смысле? Скажите, кто? Кого? Кто? Да что вы заладили? Кто? Кто? Прям вот терпения нет нифига. Сюрприз будет. Под елкой увидите с утра вон. Давайте, Макаров, иди сюда. Короче, пришли твои анализы. Тебе срочно надо аппендицит вырезать, а у нас наркоза нет. Доктор, а это больно? Нет, знаешь, по ощущениям, как будто комарик взял ножом и аппендицит вырезал. Доктор, скажите, а когда будут делать мне уколы? Просто так здесь лежу и все. Никогда. Мы от этой зависимости вас лечим. Лежите. Какой еще один? Ты что? Ты смотри, что он показывает. Иди сюда. Доктор. Так. Мне в правое ухо залез таракан и не вылазит. Серьезно? Что? Залез таракан и не вылазит? Ага, не вылазит. На что, жалуетесь? Что? Доктор спрашивает, жалуетесь на что? Что? Жалобы, говорю, на что у вас? А, он туда-сюда быстро перебегает. Ладно, все понятно. Тогда неси два фонарика. Один резко в рот включим, один резко вот в ухо, и он отсюда выбежит. Какие фонарики? Вы в своем уме? Мы можем МРТ сделать за 22 400. Ну, фонарики так, вот фонарики. Приходите вот через 10 дней. Через 10 дней приходите вместе с двумя фонариками и батарейками. Что? С двумя фонариками приходите! Кстати, Азамат Ахирович, там Афанасьев из комы вышел. Да ладно, что так быстро? Полгода лежал, тут вышел, что ли? А я что? Ладно, на, отдай. Только если попросит, отдай. Хорошо. Ладно? Одинокая ветка сирени. Джин-тоник подействовал. У тебя... Галина Михайловна, я его убавлю, чтобы он вам здесь мозги не пудрил. А вы тогда это... Утром прибавьте, чтобы голова не болела. Хорошо. Все, я пошел в свою семью Новый год встречать из-за кое-кого. Ты этот, могли бы с тобой в Крыму переночевать, да? В каком Крыму? Это я операционную так называю, там просто света нет у нас. Ладно, давайте, через 10 дней встретимся. Через 10 дней встретимся, через 10 дней встретимся. Вот я не пойму, вроде крепкий парень, не знаю, сглазили, что ли, тебя? Это все-таки я. Шучу я, шучу. Ребята, друзья, команда. Могу я немножко вот нашего выступления потратить в личных целях? Еще? Ну, пожалуйста, чуть-чуть, вот, пожалуйста. Дорогие друзья, вы знаете, в 2016 году я собираюсь баллотироваться на пост мэра города Камызяк. Да, спасибо большое. Очень сильно сердце болит за свой город. Хочу сделать его похожим хотя бы немножко на Москву. И даже записал новогоднее обращение. Давайте посмотрим. Дорогие камызяки, россияне, ну, потому что Камызяк — это тоже Россия. Поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Желаю вам здоровья, счастья вам желаю. Дай вам Бог. А я передаю слово президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Я передаю слово. Друзья, Новый год на пороге. Ветер в голове, чудо-городок,
Камызяки. Спасибо!